А мы приглашаем на эту сцену актера, шоумена Михаила Галустяна. И, как вы поняли, переходим к очень важной, я бы сказал, одной из наиважнейших номинаций нашего сегодняшнего... Нашего сегодняшнего Евгений, тренера. Давайте еще пригласим вице-президента. Тренер. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Люблю хоккей, смотрю хоккей, играю в хоккей. Правда, только на компьютере играю в хоккей, но у меня неплохие результаты. Тут говорят о каких-то показателях. У меня есть тоже свой показатель 18+. Ночью до 25 мой показатель. Местами осадки. Ну, вы теперь понимаете, почему меня позвали вручить эту номинацию. У меня богатый опыт тренерской работы. Я работал тренером омского «Газмяса», насколько вы знаете. Вот. Умею работать с командой, с коллективом. Специально для Тины Кандалаки смотрите «Матч ТВ». Как передача называется? «Континентальный». Всем «Континентальный вечер». Отдельно потом хочу сфотографироваться с Сергеем Азякиным. Давайте конверт. Я вас сейчас... Михаил, да? Секундочку. Да. Давайте не будем шутить в хоккее, смешнее, чем в футболе, все равно не получится. А в хоккей играют настоящие мужчины, не настоящие думают, что играют в футбол. Михаил, потому что... Алла, а знаете, что я сделал сегодня здесь? То же, что и вы. Вы Ничего. Хотите пригласить на эту сцену? Михаил, подождите. А я просто жду, пока вы закончите говорить, потому что когда два человека с телевидения начинают разговаривать, человек, который привык играть на сцене, может только... Кстати, я очень рад, что в хоккее начали играть армяне. Вообще, молодцы. Молодец, Манукян, красавчик. Вперед, так держать. Наши, вперед. Это наша маленькая радость, понимаете? Армяне так от хоккея далеки, вот эти все скользкие дела мы не очень любим, как бы... Особенно, да, когда к бортику прижимают, тоже как-то, знаете. А тут прям молодец, я вот за тебя прям, да. Я вас и слушаю. Мы приглашаем на сцену вице-президента по работе с корпоративными и государственными сегментами компании «Ростелеком» Валерий Ермаков. Валерий, я пробился в итоге. Здрасте, Валерий. Я не играю в хоккей, но я тоже люблю призы. Ну что, я, наверное, открою конверт и прочитаю всем известную, наверное, какую-нибудь фамилию. Лучший тренер. Олег Валерьевич Знарок. Что и следовало ожидать. К сожалению, Олега Валерьевича сейчас сегодня с нами здесь нету, но я предлагаю, пускай поднимутся на сцену все игроки, все состав СКА и получат эту награду. Да? Друзья, поднимайтесь. Антон, мы можем вас не мучить. Хотите, мы вас не будем мучить. Знаете, почему я не бреюсь? Потому что вот как бы так на удачу. И я недавно узнал, что хоккеисты тоже, оказывается, не бреются, потому что пруху сбривать нельзя. Представляете, как сходится у нас все, ребят? Молодцы, не брейтесь. Михаил, а можно мы дадим слово нашему партнеру Валерию Викторовичу, пожалуйста? Дорогие друзья, после Михаила, конечно, выступать совсем невозможно. Для меня большая честь сегодня присутствовать на этом мероприятии и от лица... компания «Ростелеком», цифрового провайдера услуг, поздравлять победителя в этой номинации. Мы в этот раз решили подарить специальный сертификат лучшему тренеру на комплексную цифровизацию детской спортивной школы по выбору тренера на территории Российской Федерации. Поскольку «Ростелеком» имеет глобальное присутствие на территории России во всех населенных пунктах, это позволит тренеру выбрать любую детскую спортивную школу, и мы как «Ростелеком» обеспечим всеми самыми современными цифровыми услугами. Браво!
Я уверен, что цифровые услуги, цифровое будущее будут ставить новую платформу для роста нашего хоккея, нашего спорта, нашего будущего, нашей будущей гордости. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам большое. Ребята, получайте свои призы, проходите снова в зал. Да, все, спасибо Михаил, большое. Вы еще что-то хотите сказать?